Ну, о каком соперничестве со стороны двух оставшихся первой разминки пар можно говорить, если у них даже близко нет таких результатов, а ведь они катаются совсем не первый сезон. Ни японцы, ни немцы. В любом случае, последить за крохотнейшей Наруми Такахаси, которая в этом году наконец-то с хвостиком выступает, а то все время забирала свои волосы некое подобие пучка. Итак, она с Рюти Кихарой сегодня катается под Элвиса Пресли и попробует все-таки поработать над ошибками не только в теории. Японский дуэт на радость многочисленным японским журналистам. Больше ошиблась, но тройной сальто удачный. Рюти, пришедший пусть уже и не первый год из одиночного катания, но с такими сложными парными элементами, как тройная подкрутка, пока не справляется. Наруми это, конечно, на раз делать, партнер не вытягивает. Что с поддержками? С поддержками не блестящие, но худо-бедно. Выброс классно. Такую крохотульчику, как Наруми Такахаси, в Тодосе несложно держать даже Рюти Кихари. Мы видим, что доволен в тренерском штабе, в частности, Джейсон Данжен улыбается. Это было значительно убедительнее, чем в прошлом сезоне. Ну и в целом, эдакой пьезо-зажигалкой Наруми Такахаси идет быть значительно больше, чем какие-то тягучие, медленные мелодии. Набор различных мелодий у них будет в произвольной программе. Я, честно говоря, не особенно хорошо знаком с той музыкой, которую японцы возьмут в своей произвольной программе. Но ничто не мешает посмотреть в Москве уже в день субботы. Ну и теплый прием российской публики, которая, по-моему, еще поредела по сравнению с соревнованиями среди женщин, он тоже дал о себе знать. Нет, основные трибуны заполняются очень активно, и даже сейчас, я думаю, что заполнен процент на 85%, а вот торцевые, угловые, там народу даже меньше, чем раньше. Это не очень понятно и немножко обидно. Все не ходынка, здесь не так много народу вмещается, и второй год подряд мы с вами не можем заполнить эти лужники. Ни в какие ворота. Маленькие хоккейные, которые сняли перед этим турниром, подобное поведение публики не идет.
кстати, обнаружил, что лед, помимо того, что заливают, его еще и подкрашивают. И поэтому он смотрится таким белым, как есть в реальной жизни. А если сделать небольшой скол, то он уже там прозрачный и такого сероватого оттенка, не такой красивый ни в жизни, ни в телекартинке. То есть есть многочисленные хитрости у заливщика. Добавил белого, и хорошо, тем чаще. Нарами Такахаси, Рюити Хихара, Япония, с очень приличным выступлением, с очень достойными оценками. Нарами должна любить Москву. И передать эту свою любовь партнерам и тренерам. 47-68, не так плохо, но и не слишком хорошо. Вторые они пока, естественно, выше, чем катавшиеся перед ними американки Гиленс и Саймон Шнайпер. Ну а до нас тут не затянулся.